пытаюсь в этих нескольких строках суть хуйнуть, хуйнуть суть. Как хорошо, что в телевизоре говорят без мата. Нам нужен формат, куда нам без формата. Замечательные люди эти наши депутаты. Они никогда не ругаются матом. Все знают, что такое хорошо и что плохо. Я один не знаю, хотя уже не кроха. Добрые дяди милиционеры нам преподают хорошие манеры. Они тоже никогда не ругаются матом и не пиздят деньги, ну прям как депутат. Среди наших генералов нет алкашей. Солдаты очень рады от пяток до ушей. Трехразовое питание — это пиздата. Они тоже никогда не ругаются матом. Пенсионерам пенсию вовремя дают. Зачем им ругаться, у них все супер гуд. Врачи готовы лечить нас бесплатно. Клятва Гиппократа тоже без мата. Матерям-одиночкам помогает государство. Зачем им вообще матом ругаться? Инвалиды тоже пенсию получают. Охвачены любовью, заботой и врачами. У них все прекрасно и можно смеяться. Зачем им всем друг с другом ругаться? Хорошо, что в телевизоре говорят без мата. Нам нужен формат, куда нам без формата?